Группа ученых обнаружила, что гигантские черные дыры могут формироваться не только из барионового вещества, из которого состоят звезды, туманности и планеты, но и из темной материи. Все подробности в следующем сюжете. Сверхмассивные черные дыры существуют, но что это такое, до сих пор остается загадкой. Известно, что они начали формироваться уже спустя 800 миллионов лет после Большого взрыва. Существует две теории образования вот этих всех галактик, которые у нас во Вселенной присутствуют. Первая теория говорит, что сначала образовалась галактика из межзвездного вещества, а потом уже из звезд определенной массы стали образовываться черные дыры внутри галактики. Другая теория говорит, что сначала образовались черные дыры, а потом же вокруг них стали формироваться вот эти вот системы, которые мы называем галактическими. Одна группа ученых утверждает, что вначале сформировались черные дыры, а только потом образовалась галактика. Другие говорят, что вначале образовалась галактика, затем черные дыры. Сейчас существует четыре физических взаимодействия. Сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. Но говорят, что есть еще пятое. Как будто бы практически его уже открыли. Так вот, это сильное взаимодействие и как раз связано, как вы говорите, вот с этим веществом. На самом деле это сленг. Я не отношу вот такое название к веществу, потому что это как бы, можно сказать, еще барионная материя. А вот что же такое вот барионы? Это тяжелые элементарные частицы, из которых как раз атомы и состоят. Теория черных дыр предполагает, что они имеют очень высокое гравитационное притяжение, которое засасывает всю пыль в так называемую черную материю. Известно, что 90% Вселенной состоит из этой материи. Это пыль, газ и подобное. Как же образовались черные дыры? Это, в общем-то, при определенном массиве звезды. Она начинает сжиматься под действием гравитационного коллапса и превращается в итоге в такой объект, в котором не работают законы физики, считается. Существует только предположение, из чего же состоят черные дыры и откуда они возникли. Учеными создаются специальные коллайдеры для изучения Вселенной и галактики. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.